На республиканском чемпионате работу конкурсантов, студентов, колледжей и вузов оценивали более 500 экспертов. Соревнования проходили по 30 компетенциям. Обладательницей золотой медали по прототипированию стала студентка 4-го курса Высшего технического колледжа города Кокшетау Дарья Кожина. На областном чемпионате мы изготавливали вентилятор тоже по 2 модулям, а на республиканском была модель роботизированной руки. Победа была очень тяжелая и неожиданная. Было очень много эмоций ярких. Запомнилось очень концерт. Вместе с тем, 7 акмолинцев вошли в топ-100 лучших студентов колледжей Казахстана. Среди них Карлыгаш Арапова, студентка Высшего казахского педагогического колледжа имени Жанайдара Мусина города Кокшетау. Я думаю, что эта победа не только моя. Это заслуга моего колледжа, моих родителей, друзей. Мне запомнилось и оставило впечатление, когда я получала диплом от министра просвещения Асхата Аймагамбетова. Занявшие почетные места студенты получили денежные сертификаты на 170 и 50 тысяч тенге. Призерам в номинации «Үздік маман» вручено вознаграждение на сумму 30 тысяч тенге, наставникам же на 100 и 50 тысяч. Победители республиканского конкурса «Топ-100 студентов колледжа Республики Казахстан» также награждены денежными сертификатами. Призеры WorldSkills 2022 представят страну на международном уровне уже в следующем году. Зарина Беккалиева, Дархан Мужибаев, Алмаз Садвакасов, Кукши, Ахпарат.